Около 150 учеников младших классов лицея номер 8 города Каспийска вступили в ряды «Орлята России», где их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного. Торжественная церемония посвящения для юных патриотов состоялась в актовом зале образовательного учреждения. «Орлята России учатся, растут и мечтают вместе под флагом нашей Родины, которая объединяет и вдохновляет нас на новые великие свершения». После традиционного выноса флага страны и Дагестана руководитель лицея Рашид Абдулаев и завучи вручили значки, которые означают единство всех орлят. Директор образовательного учреждения отметил, что это день торжественный не только для учеников, но и для педагогов и родителей, а также рассказал ребятам значение символики движения. Ну, вы, наверное, знаете, орлы – это очень сильные, справедливые птицы. И они олицетворяют порядок, справедливость и силу. Я думаю, что вы, молодые орлята, будущее нашей страны, будете такие же добрые, справедливые, хорошие, сильные, первые во всем хорошем. Будете хорошо учиться, почитать взрослых. «Орлята России» – это масштабный всероссийский проект для начальной школы, направленный на воспитание активных гражданских позиций страны, которые объединяют миллионы детей, учителей и родителей. Вступая в ряды движения, дети принимают на себя обязанности соответствовать этому гордому званию, а также своими делами и поступками служить примером для других, помогать создавать в классе интересную жизнь, являться верными и преданными друзьями.